В Махачкале стартовал ремонт центральной площади. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев. В видеообращении глава столицы рассказал о том, что уже установлен строительный городок и организован штаб по контролю за проведением работ, а также о том, что старту строительства предшествовала большая работа по проектированию и разработке технического задания. О том, какой будет главная площадь Махачкалы, расскажет Хадижат Мазгарова. Видеть вот такую центральную площадь Махачкалы жителям города осталось недолго, ведь началась реконструкция главного символа столицы Дагестана. Об этом вчера заявил мэр города, в этом сегодня мы убедились сами. Строители уже приступили к демонтажу старой плитки. О том, как же будет выглядеть обновленная площадь, рассказали в управлении ЖКХ. По-прежнему это будет пешеходная зона. Реконструкция предполагает несколько этапов. Так, основную часть площади выложат гранитом. Изюминкой станут красочные орнаменты в виде национальных ковров. Создадут зеленые зоны. Дополнительно будет высажено 3000 метров новых газонов и около 60 деревьев. Здесь растут замечательные елочки. Елочки, безусловно, подлежат сохранению. Это отдельное вообще достояние города, поэтому все елочки останутся. Просто помимо них мы сделаем еще дополнительные зеленые зоны. Реконструированы также будут памятник Ленину и прилегающая к нему зона отдыха. На обновленной площади появится 29 скамеек, стилизованных под каждую зону. Заменена будет плитка на пешеходной и проезжей частях, появится и новое освещение. Общая площадь проводимых работ – 33 тысячи квадратных метров. Реконструкцией займется одна из подрядных организаций, которая уже зарекомендовала себя как надежный исполнитель ряда госзаказов. Для удобства горожан на время реконструкции площадь будет прикрываться частично. Об этом в своем обращении говорил и мэр города Салман Дадаев. Уважаемые горожане, прошу проявить понимание на период производства работы, для того, чтобы мы могли своевременно к концу года завершить все работы и порадовать горожан новым общественным пространством. Напомню, реконструкция площади – это подарок правительства Москвы, которое на это выделило 350 миллионов рублей. Деньги направили в Махачкалу из столичного бюджета в рамках партнерства. Глава Дагестана Владимир Васильев распорядился пустить их на ремонт главной городской площади для удобства жителей и привлечения туристов. Завершить реконструкцию планируют уже в следующем году. В это же время будет проведен парад военной техники. Хадижат Мазгарова, Иван Паньков. Время новостей.